Подвели итоги экспедиции «Аманат-2022». Ученые-археологи проехались по просторам трех районов области в поисках уникальных экспонатов. В Мугалжарском, Темирском и Алгинском районах удалось найти данные о священных исторических памятниках, зафиксировать на видео и фото их состояние и близлежащую территорию. Также была проделана огромная работа по поиску новой информации о казахских деятелях начала 20 века, их вкладу в просвещение народа. К слову, на этот период приходится строительство 240 мечетей, архитектура которых все еще изучается учеными. В зале Руханят областной историко-краеведческого музея проходит собрание в честь 7-летия научно-познавательного клуба Руханят. Цель самого клуба – это популяризация, то есть ознакомление жителей города с деятельностью религиозных деятелей, а также просветители, которые жили на территории области 18-20 века. На мероприятии сегодня будет открытие выставки, то есть собранных коллекций, экспозиций, посвященных известным религиозным деятелям, такие как Абулгалым и Дилмагамбет Ахуны, а также представлена небольшая фотовыставка.